Слава. Один раз в году, когда правитель каждого из своих воинов приглашал на общественный пир, в особый сосуд, кубок почета, наливали ронг. Право выпить из этого сосуда представлялось только тем, кто убил врага. Тем же, кому еще не довелось убить врага, не могут пить из этого сосуда и должны сидеть в стороне, как опозоренные.